Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь я, Людмила Ступина. Начала я проводить серию вебинаров по YouTube-каналу и поняла, что многие не работают над своим каналом. Почему? На такой вопрос отвечали многие, что нет времени, что это не важно. Многие не умеют и не знают, как работать на канале, не умеют делать свое видео, а чужие продвигать не хочется. Некоторые работают, но неправильно. У них совсем мало подписчиков, мало просмотров, и опять возникает вопрос, почему? А вы знаете, что YouTube-канал – это самый мощный инструмент продвижения своего бизнеса, своего бренда. Я тоже в прошлом не совсем правильно работала, редко заходила на канал. Так, когда что-то загрузить надо, было мало просмотров и подписчиков. Но встретив одного замечательного человека, который мне рассказал и дал мне очень интересную и полезную информацию, я сразу же начала все это внедрять. Вы не поверите, мой канал просто ожил. Стали подписываться на канал и просмотры стали увеличиваться. И я решила провести вебинары на тему продвижения YouTube-канала. Хочу просто помочь людям продвигать свой бизнес и свой бренд. Это очень эффективно. Я сама прошла такой путь. И очень хочу, чтобы у вас все так же получилось. Применяя все те фишки, полезности на ваш канал, ваши видео и канал будут продвигаться, вас будут узнавать, вам будут писать, у вас появятся свои подписчики, а также и ваши будущие партнеры. А теперь внимание! С 25 октября начинается бесплатный тренинг на тему «YouTube-канал – самый мощный инструмент в продвижении своего бизнеса». Добавляйтесь в чат, здесь вся информация и поддержка. Под этим видео я оставлю ссылочку и всю информацию. Всего вам доброго и до новых встреч! Подписывайтесь также, не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк, пишите комментарии. Всего вам доброго, до свидания!